От 55 и старше в Международный день пожилых людей бывших сотрудников нефтеперерабатывающего завода поздравляют во Дворце культуры. Такие мероприятия давно стали традицией. Завтра мы едем в Казань вместе с заводчанами. Почти 25 человек нас едут в Казань. То есть мы везде участвуем. Для большинства ветеранов такие мероприятия – единственная возможность встретиться с бывшими коллегами. Александр Сытижев помнит, как выглядел завод еще в далекие 50-е. На нефтеперерабатывающий пришел как рядовой мастер, а на пенсию уходил с должности заместителя командира газоспасательного отряда. Раньше я встречался часто, и в отряд приходил, а в последнее время жена несколько сдала у меня со здоровьем, приходится только вот на мероприятия такие приходить. Нашему заводу уже более 80 лет, он пережил и взлеты, и падения, но вы всегда оставались верны своему предприятию. Спасибо вам за то, что вы создали такую преемственность поколений на заводе в настоящее время. Почти у каждого работают и родственники, и дети, и уже внуки. Многие из ветеранов сегодня пришли семьями. Большинство познакомились со своими супругами на заводе. Особая часть мероприятия – поздравление одной из пар. Их золотая свадьба совпала с праздником. Екатерина Молчанская, Олег Буланов, новости «Телеобъектив».